Несколько дней назад в наше поле зрения попал молодой человек, 25-летний, как описывали, очень похожий, и нас вызвал особое подозрение. Стали его осуществлять незаметную проверку. Ну и вот теперь можно смело сказать, что этот человек совершил данное преступление. Он установленный, 25 лет ему, проживает на улице Ленина, череповчанин, работает, холост, проживает с матерью. Его вина доказывается экспертизами, генетической экспертизой, где вы проводили опознание вчера, девочка опознала его, и под давлением улик он признался. Преступление особо тяжкое раскрыто, особо опасный преступник задержан.